Криптовалюта – це цифрові монети, захищені від підробки, які можна зберігати в електронних гаманцях. Але у криптовалюти відсутній емісійний центр, і кожен криптогаманець є банком. Тобто кожен бажаючий може створювати таку валюту, встановивши вдома потужний комп'ютер. Найвідомішою і найпоширенішою криптовалютою на сьогодні є біткоін. Вона нічим не забезпечена і існує чисто на довірі користувачів. Біткоін – перша криптовалюта, яка була створена в 2009 році. Електронні монети можуть використовуватися для обміну на товари або послуги у суб'єктів, які їх визнають. Обмін на класичні валюти відбувається через онлайн-сервіс обміну цифрових валют, інші платіжні системи або обмінні пункти. Наскільки це законно в Україні? Навіщо їх створили? Чому такі валюти отримали своє поширення саме зараз? Про це поговоримо з гостем нашої студії, членом Ліги аудиторів України Михайлом Крапівком. Михайло Леонідовичу, я вас вітаю. Доброго дня. Отже, детальніше давайте поговоримо, що ж таке ці криптовалюти. Смотрите, електронні деньги, вони возникли не сьогодні. Первыми электронными деньгами у нас были это WebMoney, Kiwi кошельки и так далее. Но они являлись именно обменным эквивалентом. Они не генерировались системой, они только менялись на деньги. И в зависимости от того, сколько каких валют туда сливалось, рассчитывался курс этого обмена единицы. Сейчас появился биткоин, за биткоином там уже целая гряда идет криптовалют, основанных на технологии блокчейн. И вот здесь абсолютно другая ситуация. Это не только обменный эквивалент, это еще и валюта, которую можно генерировать. Но мы же с вами понимаем, что из воздуха ничего не происходит. То есть что такое генерация биткоина? Или, как ее называют, майнинги. Фабрики целые ставят в Китае, и не только в Китае. Это программный продукт, который ставится на ваш компьютер или на специально созданную ферму, который использует процессор видеокарты. То есть практически генерация биткоинов – это плата за использование ваших вычислительных ресурсов. Ничто иное. То есть это не эмиссия денег, это вы получаете оплату за услугу. А теперь возникает второй вопрос. А какие задачи решает вот такая гигантская вычислительная сеть, созданная по всему миру? И на этот вопрос сегодня никто не может дать ответа. Но это понятно, что это колоссальные задачи с большими данными или нейросистемы, в чьих интересах они работают, никто не знает. Но она, эта сеть разобщена по всему миру. Ну, если говорить, чему она набула такой популярности? То... Чему набула? Ну, как завжди, будь-який пузырь. То есть биткоин, он начинался с чего? Он начинался с того, что один биткоин стоил там до доллара. Сегодня один биткоин взлетел до 3000 за биткоин долларов, потом опустился до около 2000. Как любой пузырь, особенно который можно еще и бесплатно получать, поставив там на компьютер дополнительные видеокарты и получать там какой-то цент в час, ну понятно, что это популярно. Ну, шара – это любимое развлечение. С криптовалютами есть две проблемы реальные. Первая проблема – отсутствие идентификации. То есть ни один пользователь кошелька, счета, еще чего-то не проходит банковскую идентификацию личности. Деньги гуляют бесконтрольно. Поэтому это, скажем так, шикарный способ для перемещения и отмывания грязных денег. А еще великое поле для шахраев. Ну, это и есть грязные деньги. Грязные деньги – это деньги оружия, наркоторговля, проституция. Любые деньги, полученные преступным путем. Поэтому первый момент, в том числе коррупционный, тоже преступный путь. Поэтому вот это первая проблема, через которую мы подходим к заданному вами вопросу. Украина является государством, которое присоединилось к ФАТФу. Это международная организация по контролю за отмыванием грязных денег, противодействию. И как любая организация, член ФАТФа, мы взяли на себя обязательства, в том числе и на банковскую систему, идентифицировать получателей денег и контролировать денежные потоки. Ни одна криптовалюта, ни один электронный кошелек этой возможности не предоставляет. Поэтому Нацбанк и не признает их как платежное средство.
Ну, якщо говорити про відповідальність, чи взагалі можливо притягнути до відповідальності творців, про яких ми майже нічого не знаємо? Ну, ми знаємо, хто сотворив біткоін, ми знаємо, це японський професор, він всім відомий, але він сотворив технологію блокчейн, яку, кстати, сьогодні наш Кабмін збирається приобрести для забезпечення захищеності електронного документообороту. Тобто він відомий. А от хто використовує, ми їх дійсно не знаємо. И если когда-то эта информация выплывет и станет ясно, чем занимались эти вычислительные сети, я думаю, вопрос об ответственности встанет. И встанет очень жестко. Если говорить про будущее, про користування таких, насколько, ну, если прослідкувати, насколько это будет популярно, ну, например, через 5-10 лет? Ну, смотрите, мы переходим по конечному итогу в мир интернета, виртуальный мир. Мы там покупаем, мы там оказываем услуги, мы много чего там делаем. Проблема заключается в одном. Как только решится вопрос, каким образом государство будет имитировать электронные деньги, то есть наша обычная гривня станет иметь, будет иметь какой-то электронный аналог и плавненько заместится. Это будет нормальный процесс, за этим есть будущее определенное. Якщо говорити про, ну, дуже важливе питання, як не стати жертвою електронних шахраїв? Ну, не вестись на обіцяння больших прибылей или вообще прибылей из ничего. Прежде всего, подумайте, что сыр бесплатный, он только в мышеловке. Причем, чем красивее выглядит сыр, тем жестче мышеловка. Мошенничество же не идет не только, если вот говорить о фатфовских делах, то идет не только с электронными валютами. Я думаю, что каждый гражданин Украины, имевший имеющий электронную почту, хоть раз получал письмо от какого-нибудь адвоката из Центральной Африки о том, что на него там 5 миллионов или 10 миллионов долларов лежит, только дай свои контактные данные, и реквизиты, ты получишь свое. И проплати якусь певну часть. Это уже супер-жульничество, потому что основой здесь является получение персональных данных, на которые потом оформляются липовые счета, через которые делаются проводки грязных денег в стадии отмывания. Якщо говорити про, ну, такі персоніфіковані дані, що нікому ніколи не потрібно розголошувати? Ну, нельзя разглашать, скажем так, это свои идентификационные данные, паспортные данные. Вообще, идентификация является совокупность данных. То есть отдельно ваше имя, фамилия еще ничего не значит. Если имя, фамилия, адрес проживания, номер телефона, паспортные данные, это уже та совокупность, которая позволяет сделать. Вот. Ну и как с карточками. Есть коды, которые никому никогда не должны разглашаться. Ну и, мабуть, наостанок, ваша порада для всех, кто, ну, так чи інакше все ж таки хочет спілкуватися и отримувати криптовалюту. Ну, смотрите. Пункт первый. Где ваши риски? Если вдруг система блокчейн в один момент перестанет обналичивать деньги, кому вы побежите и у кого вы будете добиваться возврата ваших средств? Этого лица нету. То есть вы уже, грубо говоря, дарите эти деньги. Даже зарабатывая их, они у вас на счету, вы все равно ими не управляете. Ну, любителям интернет-валют я бы пока, вообще бы, пока у нас они не узаконены, не рекомендовал бы ими пользоваться. Потому что, как происходит обналичивание, вот, например, WebMoney, Kiwi кошелек, через банковские учреждения, через финансовые компании все равно след остается. И к вам рано или поздно зададут вопрос, а что это у вас за доходы. Податківці прийдуть і скажуть. Прийдуть і спросять. Ребята, є нормальна система безналічних рахунків. Пластикові карти, з допомогою яких можна розраховуватися в інтернеті, де все законно, все нормально. Знімайте з себе ризики того, що вам можуть бути пред'явлені, ну, скажімо, не зовсім, може, навіть обосновані, але обвинення. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Ну, а глядачам 9 каналу нагадаю, що ми спілкувалися із членом Ліги аудиторів України Михайлом Кропивком. Говорили про криптовалюту і ризики щодо її утримання.